Жители Тюменской слободы обеспокоены, что их дети не попадут в новый детский сад, который в сентябре вводят в эксплуатацию в Ямальском-2. Дело в том, что большее количество групп там отвели под ясельный возраст. И для трехлеток мест не хватает. Почему было принято такое решение и что все-таки делать родителям, выясняла Екатерина Кальченко. Переезд в Тюмень-Севера у Роксаны Пикаловой был вынужденный. У маленькой Кати заподозрили астму и пришлось в срочном порядке менять как климат, так и место жительства. Выбрали новый район, Тюменскую слободу. Вроде бы и школа рядом, и детский сад, только вот в него четырехлетняя дочь Катерина в этом году не попадает. Потому что набрано изначально 6 ясельных групп детей. 4 лет, 5 лет, 3 лет очень много. Нам, получается, приходится возить, но мы еще не встали, потому что я не знаю, что мне делать, потому что очень-очень долго везти в центр города. Этим вопросом сейчас озадачены многие родители микрорайона. Они создали инициативную группу и пытаются найти справедливость. Они еще год могут спокойно сидеть дома, правильно? Конечно, нашим детям не хватает. Уже мамам надо выходить на работу, и детям уже нужно просто детский сад. Мы купили жилье непосредственно ради этого, ради детей, ради того, чтобы нам было удобно. То есть дочь ходит в гимназию, через забор забирать ребенка, а так получается, что у нас все в разнобой. В городском департаменте на этот счет свое мнение. Микрорайон новый, инфраструктура только налаживается, а детей, которые уже стоят на учете в детский сад, слишком много. Организовать в этом году больше ясельных групп – решение рациональное. Департамент образования, он делает все возможное для того, чтобы разместить как можно больше ребятишек, чтобы предоставить как можно больше мест, чтобы удовлетворить потребности родителей. В данном случае было принято правильное решение, поскольку действительно детей ясельного возраста их гораздо больше. Поэтому для детей от 1,5 лет будут открыты 5 групп. 4 для 3-леток, 2 для 5-леток и 1 подготовительная группа. В среднем в каждую из них наберут по 40 человек. В департаменте уверяют, без места в саду никто не останется. Места есть в других детских садах. И как бы родителям, дети, у которых стоят в очереди, да, в детский сад, им, в принципе, сообщают альтернативу. В 2021 году в Тюменской слободе появится еще один детский сад на 550 мест. А когда в микрорайоне полностью закончится жилищная застройка, там будут функционировать 8 дошкольных учреждений. Екатерина Кальченко, Дмитрий Бурматов. Тюменское время.